В библиотеке имени Есенина открылась выставка, на которой представлены эскизы памятников жертвам политических репрессий. Конкурс на лучшие эскизные предложения стартовал 26 января. Всего поступило 8 макетов памятников. Сейчас установка такого памятника актуальна вообще как никогда. Установить памятник планируется на территории сквера вблизи Скорбященского мемориала. Целью конкурса является выбор наилучшего архитектурно-художественного образа памятника и определение наиболее удачного предложения по дальнейшему благоустройству сквера. Здесь существует книга отзывов и предложений. Значит, с учетом общественного мнения, то есть вашего мнения, значит, если будет перевес какого-либо проекта в ту или иную сторону, то есть ваше мнение будет учитываться. То есть как решающего. Ну, останется, как правило, 2 проекта. Вот. И, значит, с учетом общественного мнения будет, значит, учтен, ну, определен победитель этого конкурса. На выставке присутствовали и сами представители Всероссийского общества жертв политических репрессий. Для людей, на которых была обрушена вся мощь государственной машины принуждения, установка этого памятника скорее дело принципа, чтобы помнили, чтобы такого больше никогда не повторялось. Этот памятник, он будет говорить обо всем. Нельзя забывать прошлую историю. Хотелось бы, мы это все пережили, но хотелось бы, чтобы наша молодежь повернулась лицом ко всему этому. По окончанию выставки будут подсчитаны голоса, оставленные в журнале отзывов. Ну а 27 апреля состоится подведение итогов конкурса, где будут озвучены его результаты. И рязанцы смогут узнать, какой именно макет будет перенесен в мастерскую по изготовлению памятников.